Пните там. Да, пните. Бородатого человека. Все, ребята, пишем. Ты громкий. Я говорю, да? Пишем. Нет, Дим, ты вообще совершенно не прав. Сука. А у тебя не кажется тебе, что ты начинаешь каждую фразу с ней, Дим? Да. А я ее люблю по-настоящему. И стоп, Дим, давай вот этот, а я ее люблю по-настоящему, а что начинаешь прям с душой ты скажешь это сделать? Давай, вот именно а я. Всем привет, меня зовут Майк, вы смотрите мой ежедневный влог Cam with Man. Я еду со съемок. Да, чуваки, мы отсняли первый съемочный день нашего короткометражного фильма. А пока рабочее название есть какое-то, но пока мы как бы не называем, ничего не опубликовываем. В общем, работаем. Съемки прошли довольно-таки клево, ржачно. И на самом деле мы все серьезно подошли к процессу. Это очень важно. И мне вообще пришлось работать. Во-первых, у меня приблуды новые лежат в багажнике, о которых я сделаю свободной темой. Это по-любому. Я их разберу, еще раз покажу, как я собирал. Вот. Потому что они прошли в деле все тест-драйвы. Я снимал на них. Вы будете знать, что этот фильм снят с помощью их. По мне, получилось хорошо. Да, если был бы стедикам, было бы круче. Но, опять же, не факт, там не надо экшена такого, там все клево. Ну, в общем, прям классно. Жду не дождусь второго дня. Это будет, скорее всего, заключительный день. То есть это короткометражка, мы снимаем в два дня. Очень специфическая такая картина. По крайней мере, для Омска, ну, такого не было. Вообще в Омске ничего не было практически. Вот, а мы знаем, что мы делаем. У нас прям идет от души посыл. Я что говорю-то? Сделал приблуды, я в этой картине и оператор, и монтировать я буду, и со звуком, ну, при съемках снималось еще отдельным звуком, конденсаторным студийным микрофоном снималось сверху, все, то есть, у нас звукооператоры были разные, вот, поставили, кто свободен из актеров, допустим, тот и снимал, еще Ванька помогал снимать в тех кадрах, где я в кадре, там снимал Ваня. Вот, ну тоже под моим чутким руководством. Вот такие дела. Классно все прошло, все здорово. Я не стал там снимать влог, потому что, ну, совсем не до этого было. На самом деле, совсем не до этого. Я сейчас вот нашел минутку, быстро тормознул здесь на остановке, сбегал назад к багажнику, достал фотоаппарат, потому что он лежал в сумке от Марка II. Вот. Ну, прям так классно мне понравилось снимать, на самом деле. Даже, наверное, больше, чем играть. Хотя играть тоже клево. Ну, стараться, по крайней мере, играть. Мы верим, что мы играем, что у нас получается. Конечно, мы не профессионалы, мы самородки. Да, так можно сказать и так, потому что, ну, получилось. Значит, мы верим, по крайней мере. Нас было много человек, мы каждую сцену по 500 дублей делали. И мы, когда делали последний дубль, то есть тот, который прям вот и пойдет в картину, все говорили, да, это дубль клевый. Я думаю, что это не просто какой-то туман в глазах у всех, и все просто так говорили, потому что вот у нас у всех один взгляд, и вот мы потому что все первый раз снимаемся. Нифига подобного. Вот. Но клево, и на неделе будем снимать вторую сцену. Точнее, не вторую сцену, а вторую часть фильма. Сейчас это ровно практически, наверное, полфильма. Вот, будет вторая половина фильма, и она будет, дислокация меняется. Вот, ну ладно, это я не буду вам ничего рассказывать уже. Заехал с фильма, заехал потом до подруги, до Алискиной подруги. Покушали пиццы, но пицца без мяса, потому что мы не едим сейчас мясо. Клевая пицца, сейчас отвез Алиску домой, еду сам домой. Сейчас буду монтировать все это дело, потому что лучше сейчас это сделать, чтобы потом было меньше заботы. Но самая жопа, это, конечно, сопоставлять будет картину. Я без хлопушки это все делал, и, блин, я забыл хлопушку. С хлопушкой было бы проще, потому что по пикам можно знать, где как кадр начинается, где кадр следующий начинается. В смысле, не кадр, а дубль.
Вот, а сейчас придется все это прослушивать. То есть по видео я сделаю все монтаж, а потом нужно будет прослушивать вот с того студийного микрофона, который писал отдельно на ноутбук. Там часовой трек, его нужно будет слушать, эти дубли оттуда рубить, подставлять. Это будет жопа, но чуваки, мы сделаем это, мы сделаем. Я надеюсь, во-первых, там все записалось качественно. Вот. Фух. Ну, было клево. Было клево. Все ребят молодцы, все прям постарались. Это очень радует. Я сейчас на эмоциях такой еще. Вот, сейчас приеду домой, когда все это скину, я подумаю, наверное, я уже спать хочу. На самом деле, да, спать уже давно пора. Ибо время 22-21, а вставать я встаю каждый день практически в 9. Поэтому режим должен быть, режим должен быть. Вот. Кстати, вон там вдалеке, это вот горит. То, что сейчас я постараюсь приблизить. Это типа, там тюльпаны всякие выращивают и все прочее здесь омские. Розы, то есть цветы. Вот, а там вот это синее, это газпромовская заправка. Но мы заправлены, поэтому я туда не поеду. А вот, собственно, Омск. Вечерний Омск. Субботний вечерний Омск. Вот. Ладно, друзья. Этот влог такой, какой он есть, из машины. Вчера влог был тоже такой, ребят. Но у меня дела, и не всегда есть... возможность, вот, ну, я сейчас не мог там снимать, сами понимаете. Ну, есть отдельные кривые дубли, есть еще один фотоаппарат, с которого снимался бэкстейдж. То есть, видео и фото. Мы все это потом нарежем, и все это вы увидите, что было за сценами, как мы там угорали, все это будет. Вот, а сейчас я там не мог снимать это все дело, потому что мне нужно было думать над картиной. Собственно говоря, я был главным оператором, мне нужно было простроить кадры, откуда. Вот эта реплика тут, эта реплика так снимается. Я не знаю, это была моя тоже первая такая, как бы, серьезная работа. Вот. Где действительно не одним дублем и одним планом снималось, а вот так вот. Так, как мы сделали. И я надеюсь, что... Я надеюсь, что все будет хорошо. Я даже верю в это. Вот. Короче, ладно, друзья. Увидимся завтра. На днях я постараюсь сделать свободную тему по тем приблудам. Точнее, по одной из тех приблуд. То есть будет две свободные темы. В разные недели, естественно, чтобы продлить удовольствие. Вот. Все, в понедельник, кстати, еще фотосъемка. А завтра мы, не знаю, что. Ну, что-нибудь придумаем. Вот, завтра воскресенье, сегодня суббота. Сегодня 20, какое? 20, 30 уже, наверное. Блин, у меня телефона нет. Вот, он сел. Он есть, но он сел. Ладно, друзья, все, всем удачи, всем отличного настроения. Снимайте качественное видео, если у вас есть идеи, если у вас есть желание, если у вас есть возможность. Если нету, ничего не делайте. Ждите, когда у вас появится желание, возможность и идеи. С вами был Майк. Покеда!